Самое престижное, ну, то, что с онлайн-сферой связано. Это там SMM-менеджеры, рекламщики, такое вот, все, что с рекламой связано. Престижная профессия, но я не квалифицирую на престиж профессии. Просто каждая профессия нужна в своем деле. Есть юристы, есть врачи, есть пекари, хлеба. Они нас кормят, некоторые защищают, некоторые лечат. Поэтому престижа профессии нет. А так сейчас очень квалифицированная сфера IT для людей, которые действительно понимают в этом. Там вот действительно большие денежки. Престижная? Ну и как я медик, считаю, медицина. Юристы уже нет, экономисты нет. Может быть, IT, технологии, может быть, кибербезопасность, экология. Ну, где-то так. Я бы вообще на каком-нибудь заводе работала, которых здесь нету, ну, или фабрике, допустим. Вообще-то по жизни была продавцом. Ну, то, что связано с компьютерами, наверное, это самое-самое, наверное. Престижный? Депутат.